짜시 내래 차베. 여기 옆에 차봐. 기쁘다고 시다추. 그는 뭐지 나의 탕글리스키. 자지 임베. Ясно, за тобой. Пора идти. Простите. Что? Дела ты ёмба. Я бы че меду. Канда. О, я меду. Я кенца самчо. Я гачинга мэ. Кага дэ. Хосалу ду. Нансу, чобу ни цэша. Том дэгё дэбуду. Чангбо шэдайе. Онда, ай, кенца самчо. Коничисо. Вижу вас обоих. Подумал, что мне нечего терять. Нейт, слава богу, ты цел. Прости, я... Ничего. Елена, может, хоть ты знаешь, что происходит. Давно я тут? Несколько дней. Я пришла за тобой по рельсам. Что там произошло? Ты была права. Хлоя вовсе не нуждалась в моей помощи. Это ее работа? Нет, нет, это привет от Флина. Шефа Гудеша. Я, не Аго Цэ Сонг. Идем, тебя ждет один человек. О, а вот и наш таинственный гость. Нейт, это Карл Шафер. Как здоровье? Да, ничего. Вот и славно. Ну, прошу. Полагаю, у нас с вами много общего, мистер Дрейк. В самом деле? Да. 70 лет назад я тоже пришел сюда. Вернее, меня сюда принесли. Все мои товарищи погибли. Меня отправили с экспедиции в Тибет на поиски дороги в Шамбалу. На самом деле, целью был Чинтамани. Так, друг мой, где вы это взяли? В Борнео. А что? Это же ключ к Шамбале. Именно этот предмет крайне необходим вашему противнику, хотя он об этом не знает. Думаю, знает. Я очень признателен за вашу заботу. На самом деле, но я вышел из игры. Так. Они сломали тебя, м? Неужели так просто? Да, пусть так. Но все только начинается. Где ты его нашла? Вот что, сынок, твоя гордость уязвлена. Но тебе повезло, ты жив. Да, все убеждают меня, что я везунчик. Меж тем, все мои планы идут к черту. Нейт. Нет, Елена, хватит. Хватит, надоело играть в героя. Твой противник так просто не сдастся. Не уйдет. До тех пор, пока не получит желаемое. Да? Так власть ему в руки. Во власти-то как раз и беда. Самые грозные властители в человеческой истории обладали лишь фрагментом камня Чинтамани. Такие, как Тамерлан, Чингисхан. Если такую власть дает лишь один осколок, кем же станет тот,
кто завладеет всем камнем. Это же чушь. Это наверняка и есть его цель, Нейт. Тогда Лазаревич и правда чокнутый. Это просто миф. А если нет? Елена, хватит. А что, если это правда? Мы уже знаем, на что он способен. Нужны доказательства? Ты их получишь. Увидишь собственными глазами. Тензин, Тинсан Адала Тингокере. Найдешь останки моей экспедиции и сразу все поймешь. Тензин отведет. Что? Не нямды что? Карачасон. Пойму, если я доживу. Только будь осторожен. Полагаю, по-английски ты не знаешь ни слова. Ха. О, заманчиво. Что это значит? Ты так ценный кто? Зачем спрашивал? Ты... Тенсон? Я не понимаю тебя, приятель. Купа, чё мне гел? Стой! Тензин! Зачем это нужно? Да тут высоко. Ага, ты пентосарта. Проклятие. Здесь нам не перебраться. Что там у тебя? Что? На удачи. Это совершенно невозможно. О, получилось. Класс. Отлично. Доверим жизнь полусгнившей веревке. Что? Ты не цушу. Надеюсь, ты знаешь, куда идешь. Молодец, читаешь мои мысли. О, черт. Мигетада. Похоже, мы на правильном пути. Но тут же пусто. Шефер говорил про другое место. Мазо чабунали я тадун джоуре. Пине джо. Хочешь пойти туда? А если укусят? Чему такая спешка? Эй! Я не могу быстро бегать в такой обуви. Опять волки.
Отлично. Что ты нашел? Роди Шефер Гимин Батаче. Он умер очень давно. Да-да. Камень Чинтамани. Это один из людей Шефера. Энзин, давай. Давай, я подсажу. Могу. Не керан я кя. Что? Я. Паинда. Я все равно тебя не понимаю. То есть сначала я? Ну ладно. Давай, я поймаю тебя. Вот она! Есть! Ну вот, с тебя причитается. Только ты... Чем масу, на е. А это еще что? Мияко масу. Это был. Кале. Это кто сделал? На кугме. Кипчанди седа. Шена цабу реша. Да, пошли. Ты так цен я помаре. Тензин, нам надо идти. Ugh!
это что? Ладно, жди меня здесь. Здесь. Сачадела Тондеесаре. Передает привет. Будем надеяться, он заряжен. Еще что за зверюга? Не лапсунга, тонде кенза чжэ. Давай, я подсажу тебя. И как я туда заберусь? Что-то эти ребята мрут как мухи.
Нет. Лестница? Куда она ведет? Дэнди, встань на переключатель. Я, там нет ни того. Да, это легко сказать. Я бы влез на них, будь они пониже. Thank you.
Хэйзин выбрал простой путь. И как мне теперь перебраться? Надо туда как-то перебраться. Но мы не ищем легких путей.
Порядок. И что дальше? Этого просто не может быть. Хорошо быть ловким. Надеюсь, тут есть другой выход. Джейк, дело что? Это они. Экспедиция Шафера. О. Камень Чинтамани. Опять смола. О, вот это да. Их всех застрелили. Это да. Ты говоришь? Это Ирминсуль, древо жизни. Ананербе. Господи, они из СС. Нагоце мазу. Нацисты. Наци? На конца гагме. Кем же станет тот? Тензин, Шефер убил их. А? Шефер убил их. Маре. Да. У него не было выбора. Все. Черт. Надо выбираться отсюда. Быстро. Эй, там есть рычаг.
Тэнгу. Максим, береги! Стой! Максима! Я держу тебя. Мы молодцы. Почти. Семья! Черт! Эй, Мишка! Цел. О нет, Тензин. Бессас. Эмма. Слава богу. О, Нейт. Что случилось? Это Лазаревич. Нас нашли. Эмма Гала. Я не знаю. Она была у Шефера. Харе. Мо, Шефер, Ям, Тудук. Шефер. Они пошли в ту сторону. Ясно. О, Нейт, это все наша вина. Это из-за нас. Подожди здесь. Стереги детей. Идем. Ничего не бойтесь. Вернись, стоп! Иди внутрь! Улыко, кап! Улыко, эй! Thank you.
Мауэлла! Здесь не пройдет. Харасаки. Берегись! Ладно.
Еще, тёпу еще. Пэма! 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 Джангшэн, она кишу. Что? Она кишу, Джангшэн, она кишу. Шефер, беги. Ах ты, черт! Это танк. Прыгай! Прыгай! На кой черт ему танк? Гранатомет! Это тибетский гранатомет.
Где еще? Куда он делся? Он что, пьяный? Ah!
Отлично. Успокойся, ночь. Тенти. Бима, кончуки. Шефер, где Шефер? Не кончился. Нейт. Они увели Шефера. Господи, это все из-за кинжала. Я знаю. Эй! Не спорь, поехали. Ладно, тогда двигайся. Ладно. Лазаревич не убил Шефера. Ладно, есть идея. Что ты делаешь? Я расчищу путь. Садись за руль. Что? Садись, говорят. Тогда какого черта ты согнал меня с места водителя? Нет, обстоятельства изменились. Ну да. Так, держи ровно. Хорошо. Вот так. Ладно, поехали. Еще поближе. Целый раз. Держись! Нейт! Вот он. Держись! Я повис! Повис! Сегодня не твой день. Они все берутся. Ведущая машина за ней. Держись! Ага, ну что, ублюдки, мы вам прищемим ход. О, черт! Они точно не выжили. Идем отсюда. Давай. Фу.
Старые добрые времена. Похоже на то. Да, и что теперь? Надо идти в этот жуткий монастырь. Что еще? Там Шефер. Проклятие. А что происходит? Он у Лазаревича. О, нет. О. Ты готова к этому? Да, как всегда. Huh?